Для Филадельфии люкс на 8 марта. Подморозь лосось, наточи нож и отрежь 3 кусочка. 100 грамм вполне хватит. Свари рис и заправь его рисовым уксусом. Остуди. Нарежь огурцы соломой и авокадо. Нори сломай напополам. 120 грамм риса на половинку нори. Переверни и выложи начинку. Снежный краб, огурец и авокадо. Скрути ролл круглый. Помоги ему стать круглым. Так. Возьми пищевую пленку. На нее кусочки лосося и ролл. Заверни и посильнее затяни. Порежь роллы на 8 частей. Сними пленку и выложи на тарелку. На каждый кусочек выложи творожный сыр. С помощью мешка и фигурной насадки. И укрась красной икрой. Понемножку. Налей соевый соус, посмотри, что получилось, и съедай, пока никто не видит.